Святей, единосущней, животворящей и нераздельной Троицы, всегда ныне присно и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, и сущим во гробе живом даров. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, и сущим во гробе живом даров. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть поправ, и сущим во гробе живом даров. Правителей и православных людей в Отечестве, в России несущих,
и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, стране, верою живущих и Господу помолимся. Господи, помилуй. За переходов земных временах мирных Господу помолимся. Господи, помилуй. Стражущих плененных и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. Гнева и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. За Твоею благодатью. Господи, помилуй. Благословенную славную Владычицу нашу Богородицу Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Яви, Господи! Всякая слава, честь и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне, во веки веков. Воскресенье день, просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас приведе, победную поющая. Христос воскресе, взятых смертью свет поправ, Иисущего гробе живот даровал. Христос воскресе, взятый смертью свет поправ, Иисущего гробе живот даровал. Христос воскресе, взятый смертью свет поправ, Иисущего гробе живот даровал. Придите, пиво пьем новое, не от камени, не плодно чудодеемое, но не кленья источник, из гроза одождивша Христа, в нем же утверждаемся. Христос воскресе из мертвых, мы, лица исполнившиеся света, небо же и земля и преисподняя, да празднует во всякое восстание Христово, в нем же утверждается. Христос воскресе из мертвых, вчера спогребовся тебе везде, стало встает не воскресше тебе, с распинался тебе вчера, сам я прославил, спасил Отца Святое. Пресвятая Богородица, спаси нас, на нетленную жизнь прихожу дней, с благостью родшегося
Тебе чистая, и всем концем света блиставшего. Пресвятая Богородица, спаси нас! Бога и Боже родила и сеплотию, из мертвых яко же рече, восставша, видевши чистая, ликуй, и сего яко Бога кричи, чистая возвеличай. Идите, пиво пьем новоенье, камень неплодно чудодея мое, но не тление источник из гроба дождивша Христа, в нем же утверждаемся. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Предварившее утро я же умолил, и обрежься камень отвалено гроба, слыша от ангела во свете пресно слышу сущего, смертными, что ищете яко человека, видите кровные пелены, тельцы идти миру проповедите, яко восстав Господь умертвил и смерть, яко и Сын Бога, спасающего род человеческий. Божественный стражей, Бога благолевый Аввакум, достанет с нами и покажет светонос ангела, ясно глаголюща дни спасения миру, яко воскресе Христос, яко всесилен. Христос воскресе из мертвых, мужественный убопол, яко развяжи детственную утробу, явися Христос, яко человек же, агнец наречися, непорочен же, яко невкусен скверны. Наша Пасха, яко Бог истинен, совершен речися, Христос воскресе из мертвых, яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан быть, Пасха чистительная, и паки из гроба красное, правды нам Мессия солнце, Христос воскресе из мертвых, Бога Отец ублаговит пред всеми ковчегом скакаши играя, люди же Божии святи, образы смытие зряще, веселимся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен. Пресвятая Богородица, спаси нас! Создав и Адама твоего братца чистая, движется о тебе, и смертное жилище раздари своей смерти днесь, и озарися божественным известами воскресения. Пресвятая Богородица, спаси нас! Его же родила Иси Христа, прекрасная из мертвых просиявшая, чистая зрящая, добрая и непорочная жена прекрасная, неся спасение всех, со апостолы радующиеся того прославляй. Христос воскресе из мертвых, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Вместо мира песни несем водице, и Христа узри, и правды солнце, всем жизнь засияюща. Христос воскресе из мертвых, безмерное Твое благоутробие, адовы неузами содержание зряще, свету и вяху Христе, веселыми ногами, Пасху хвалящей вечную. Христос воскресе из мертвых, преступник священности, исходящий Христу из гроба, яко жениху,
И спразднуем любопраздыстыми вечерми Пасху Божию спасительную. Пресвятая Богородица, спаси нас! Расхищается божественными лучами и живоносными воскресение Сына Твоего, Бога Мать и Пречистая, и радости исполняется благочестивое собрание. Пресвятая Богородица, спаси нас! Не разверзлись врата детства воплощения, гроба не разрушились и печати. Создание, от люду же воскреши, будь озрящи, Мать радовавшися. Утреннюю, глубокую, место мира пестри, несем Владыце, и Христа узри, правды солнце, всем жизнь воссияюща. Христос воскрес, смерть поправ, и в сущем гробе живот даровав. Христос воскрес, смерть поправ, и в сущем гробе живот даровав. Христос воскрес, смерть поправ, и в сущем гробе живот даровав. Смешались и преисподняя земли, задушены себе и вечные, содержащие связанные кресте, и примиренья карти Таиона, воскресли все от гроба. Христос воскресе из мертвых, сохранится во знамение Христе, воскресли все от гроба. Ключи девы невредимы в Рождестве Твоем, и отвезли сином райские двери. Христос воскресе из мертвых, спаси мой живое же и нежертвенное заколение, яко Бог сам себе волею привет Отцу. Совоскресилися все родного дома, воскрес от гроба. Пресвятая Богородица, спаси нас! Возведися, древле, держимое смертью и тлением, воплотившимся от Твоего пречистого чрева, к нетлении пресносущной жизни Богородицы Дева. Пресвятая Богородица, спаси нас! Сними преисподняя земли, Божественно Твое чистое шеды, и вселивайся, и воплотивайся паче ума, и воздвижи с собою Адама, воскрес от гроба. Снишелися преисподняя земли, задушили себе вечные, содержащие связанные кресты, и тридневенья катки Таиона, воскресуси от гроба. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Паки и паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй! Помилуй, сохрани от Божия Твоей благодатью. Господи, помилуй! Славную Владычицу нашу, Богородицу Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи, от наших Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Смерти, но Адаму разрушилися силу, и воскресися, яко победитель Христе Боже, жена мира носится вещавой, радуйтесь, и Твоим апостолам даруй, отчим подай воскресенье. Иже прежде солнце, зашедшее и лютого гроб, предваривши то утро ищущее, яко дни мира носится девы, и друга то друзей вопияху. О, другие, придите, ванями поможем, тело живоносное и погребенное,
Хоть воскресивши бачи на Адама, лежащую во гробе, идем почимся, яко живо свии поклонимся, и принесем мира, яко дай не пили на плаченице обитому, и плачем и возомним, о владыка восстани, падшим падаяй воскресенье. Воскресенье Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному Кресту Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресенье Твое поем и славим. Ты боится Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верные, поклонимся святому Христову воскресенью. Всего прийди Христом рады всему миру, всегда благословящий Господа, Твое воскресенье Его, распятие Бог претерпе, смертью смерть разруши. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному Кресту Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты боится Бог наш, разве Тебе много не знаем? Имя Твое именуем, придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Всего прийди Христом радость всему миру, всегда благословящий Господа, Твоем воскресенье Его, распятие Бог претерпе, смертью смерть разруши. Воскресе Иисуса Христа, яко же прорече, даде нам живот вечный, и от гроба, як Боже проріче, дайте нам живот вічний і вірію милость. Воскрес Ісус от гроба, як Боже проріче, дайте нам живот вічний. И страстью светлое влекление облачит благолепие, видим благословен отце Бог и прекрасновен. Христос воскресе из мертвых, жив с миром Богом мудрым, свет тебе течаку, Его же яко лето со слезами и скаку. Поклонившись, радующийся живому Богу, и Пасху тайную Твоим Христе учеником Бога не стижа. Христос воскресе из мертвых, смерти празднуем умещение, адово разрушение, и много жития вечного начала, и играющий моим виновного, единого благословенного, отца Бога и препрославленного. Христос воскресе из мертвых, якого истину священное и все праздниственное, сия спасительная ночь и светозарная, светоносная на дне восстания, сущий кровозвестница, ниже на свете свет из гроба плотский всем воссия. Пресвятая Богородица, спаси нас! Умертвив святой земли и порочное днесь, всех смертным пребывающий живот во веки веков
Я думаю, что можем рассчитать все. И с этой стороны пройти тоже. Ангелы
вопиешь, благодать нечистая, Дева, радуйся, и паки реку радуйся, твой сын воскрес из гневного гроба, и мертвые воздвигнувы, и люди веселитеся. Светите за мною, любезного, Господчайшего твоего гласа, с нами, но не можно обещать, если выйти до скончания века Христе, Его живетное рождение, надежды имущие радуемся. Друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Небесный.
преподобным его. Всякое дыхание, всякого тебя славит Господи, яко Христом смерть упразднилась, да покажешь людям, еже измеркую твое воскресение, и день человека любят. Хвалите Бога, святых его, хвалите его, воскрешение силы его. Дарекут иудеи, как огонь и погубившие, стригущие царя, хоть чтобы камень не сохрани, камень жизни. Или погребенный куда даят, или воскресшему да поклонится, глаголюще с нами. Слава множеству щедротный, спаси наш, слава тебе. Хвалите его на силах его, хвалите его по множеству величества его. Радуйтесь, люди, веселитесь, ангел сидя на камне гробнем, той нам благовестире. Христос воскрес из мертвых, спас мир и исполни всяческое благоухание. Радуйтесь, люди, и веселитесь. Медленно вот это, а потом заголовок вот этот вот. Медленно, медленно. Я видел, там же верху. Потом вот это. Христос воскресе! Христос воскресе! Смерть
Святителя Иоанна Златоуста, читаемое на Пасху, огласительное. Кто благочестив и любит Бога, да насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, да войдет он радостно в радость Господа своего. Кто истомил себя постом, пусть получит ныне динарий. Кто работал от первого часа, пусть сегодня примет справедливую плату. Кто пришел после третьего часа, пусть начнет торжественно праздновать. Кто пришел после шестого, пусть не имеет никакого сомнения, ибо он ничего не теряет. Если кто опоздал и к десятому, пусть придет без всякого колебания. Если кто пришел только в одиннадцатом, пусть не побоится, что промедлил, ибо хозяин, будущий щедр, принимает последнего так же, как и первого, и дает приют для отдыха пришедшему в одиннадцатом часу, как и работавшему с первого. И последнего он милует, и о первом заботится, и тому дает, и этого одобряет, и дела принимает, и намерения приветствует. И действия ценит, и желания хвалит. Поэтому войдите все в радость своего Господа, и первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные, веселитесь друг с другом. Воздержанные и невоздержанные,
почтите этот день, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь сегодня, трапеза полна, насладитесь все, телец велик, пусть никто не уйдет голодным, все наслаждайтесь пиром веры, все получите часть богатой благости, пусть никто не плачется на бедность, ибо настало царство для всех. Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя. Ее угасил тот, кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом сошедший в ад. Горько пришлось аду, когда он вкусил его плоти. Исаия, прозрев это, воскликнул словами: «Горько пришлось аду при встрече с тобою в преисподней! Горько, ибо он упразднен! Горько, ибо он подвергся поруганию! Горько, ибо он умерщвлен! Горько, ибо подвергся разрушению! Горько, ибо он был заключен в оковы, принял тело и вдруг попал на Бога! Принял землю, а встретил небо. Он принял то, что видел, и попался на то, чего не видел. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты повержен, воскрес Христос, и пали злые духи. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь вступила в свои права. Воскрес Христос, и ни одного мертвого в гробу, ибо Христос, воскресший из мертвых, положил начало воскресения всех умерших. Ему слава и власть во веки веков. Аминь. 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 Горцем сердце, о душе всего помышления наше горцем. Господи, помилуй. Ой, опять забыли, там тропарь святителю, я на протоусту. Попросился я еще. Давайте еще вернемся. Пусть твои как на устоим я, Боже, светлость огня, воссиявший благодать. Вселенную просвети, не сребролюбие мира, и сокровище снизка. Высоту нам зелено мудрее показа. Но твоими слови, Сына, указуя очи, а не златоусти. Молись слово Христа Бога, спастися душам нашим. Помилуй, Боже, повелиться милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мы еще молимся о православном епископе Российской Церкви, Господине нашим высокопреосвященнейшим, митрополите Ларионе, и во Христе, братья наши. Господи, помилуй. Аминь.
Всех благослови, млеко огмустевшее и яйца с ними же. Нас же соблюди во благости Твоей, якода причащающийся их и Твоих независимо подательных даров исполнимся, и неизглаголанное Твое благости, яко Твоя держава и Твое царство и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа,
ныне присно и во веки веков. Аминь. Благословляется, освящается приношение сия к рождению воды сия священного имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сия окропление воды Сего имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сия окропение воды сия Священного имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Потом так, что не закончил, он будет яблоко, то есть там не обойдет. Мороженое, это сейчас можно, кушать мороженое. Там, видите, в том моменте, может быть, вы заработаете чуть вторую часть. Что-то быстро, не умею брать. Нет, я не против, что я просто думаю, что когда нам лучше Сереж, ты взял? Нет. Забери. Беру, да. Она не орала, вообще никогда. Это пепли и все. Ну все. Ну-ка давай сфотографируемся. О, в лагерь-то едете еще? Да. Собираетесь. Так, а эти мухи? Юля, Юля. Не знаешь, да? Поговорите. Готовится сейчас там у нас команда. Поедем помогать. Вот на день деревни надо помочь, как там, может, замазывать. Ты в лагерь собираешься, нет? Собирайся. Нынче-то у нас намного легче будет, потому что мы для того, как сделали остановку, молиться там все загородили. Слава Богу. Это батюшка, ты берешь? Мне с тобой поговорить. Ну, пожалуйста. Я сейчас буду себя винить легче. Мне себя надо винить. Я там-то все снял, закончил. Заснял. Это, все надписи здесь тоже. Пройди. По всем, по всем. А в сайте там все снимать, все подряд. И вот эти на картинке, картину покажу, что на картине. Крупная надпись была, все до одной. На нем хорошо зарабатывают. А вот он зимой. Мне дали Москву.
Вы это спросите, с кем-то уехать, а то мы все будем на благовестие. Вы у нас главная потеряшка. Это мою собачку так назвали. Вы, говорит, следите за ней, а то, говорит, они такие потеряшки. Не могу сказать ничего. Меня и так нигде не нет, кто, говорит, вмешиваешься. Боюсь, да. Сказала же Юля, что вас довезут. Вы у Игоря спросите еще. Я все сказал. Не говорила? Если кто-то тебе подписывает квартиру... Ну, что, хочешь сказать, что я придумал? Что я врун какой-то? Ничего он не указывает. Ну, вчера при нас она позвонила, ты придел. Хотите я сказать, что Игорь Дубников врун? И это правда. Ей сейчас нужна помощь. У нее заболела нога. Нога да, ну, не я еще тот врач. Вы знали, какие отчеты пришли в государство. Вы бы сказали, что это просто я король всех мунов. Мне приходится крутиться, как блохиной видение. Я описываю то, чего никогда не бывает в жизни. Причем я попытался это, написать правду. И мне сказали, еще вякнешь и вообще не будешь геологом. Понятно. Мне это вот так вот. Так тебе что сказали, то пиши. Мне сказали слово. Я это нам нужно для отчетности. Ну, нужно вам и жуйте. У него долги, у него и пенсионные долги, он это дело считаться не может, он платит. Я хочу сказать, что у американцев вот этого нет. Попытался я поудивить, что я не буду. Они столбят землю и дают географические координаты. И они работают внутри этой земли. Все, что там добывают, они просто налоги за эту землю платят, и все. Никто ничего не знает, что там есть. Я нигде толк не беру. А у нас как придумали? Якобы на этой территории провели обследование. И говорят, сколько там золота, сколько там серебра, сколько там меди. Тебе все рассказали? Да, откуда они знают-то? Мы не знаем, а они все знают. И, конечно, никогда не угадывают. Никогда. Врут. Я никому не должен. Без зазора совести. Мне подойти нельзя, меня вышибают сразу оттуда. Я вроде давлю, там никто другой. Не могу я. Подожди. Не могу. То есть это просто даже теоретически нельзя мне подойти. Они меня сшибают. Я все ясно, все. Больше ничего не надо. Как будем просить? А он не хочет, чтобы вот как-то... Я всем говорю. Хотя бы вот так перестать. Ни на какой время. Никак ей не надо. На подножек как бы. Я никогда не звоню телефон. Она такое дает, что 100 рублей лишних платить. Вот хотел все это сказать. Это сейчас батюшке скажу, Сережа, подожди-ка. Нет, да я сказать. Сейчас послушай. Да как Господь устроит мое такое намерение? Батюшка, я тебе что-то скажу. Она меня приютила, была на квартире меня. Теперь обязана. Значит, это небольшое объявление как бы. Вчера, позавчера еще началось, у меня очень много поздравлений. Я не знаю, от кого иногда не подписывается, но одно просто необходимо сказать. Вот смотри как. Ну я кратко так написал, у меня телефон такой еще. Христос воскрес. Восклицательный знак. С праздником. Три восклицательных знака. Вот. На свет. Смотри. Пусть воскресший Христос поддержит вас и обновит силы ваши, чтобы вы могли крепко стоять на твердо непоколебимом основании, на том камне, который сам есть камень, освящающий. От Бога нашего, Иисуса Христа, посылаем вам Божье благословение, три восклицательных знака. Секретарь Алтайской митрополии, настоятель Александра Невского храма, протоиерей Андрей Басанов, что-то я насмотрел. Басов. Да. Правильно. Да. Первого, пятого. Вот вчера такое мне пришло. Ничего и говорит, он выступал митрополит в храме. Мне пришли, говорят, и поминал про Потеряевку. И вас, говорит, там помянул. Я говорю, как?
Очень хорошо. Я говорю, я что сказал? Я далеко стоял, не слышал. Так может, мне смертный приговор там был? Нет, говорит, нет, это все сказали. И сразу люди меняют от своего отношения. Дальше, накануне получил, уж не буду называть, главного банкира Алтайского края. Он был в Таиланде. И поздравляю, говорит, вас с мирским праздником, с 1 мая, говорит, и с Пасхой Христовой. Дальше. Степаненко Максим поздравил с Пасхой Христовой, желаю там счастья и что. Председатель Библейского Сибирского общества Булатов, который приезжал, Алексей Владимирович, от него поздравления. Ну вот я коротко написал это, чтобы знали. Видите как, кому-то хотелось бы, чтобы никто не поздравлял, но столько поздравлений, я просто, ну, четверым примерно ответил СМС, разорился. По-другому не... Нельзя. Ну нету, я не могу тратить деньги. Даже на СМС и то. Никак. Ну вот, всем очень хотелось, чтобы нас рассорил враг с митрополитом. Прямо на него нападали. Он говорит, а что это за люди нападают? Говорит, такое впечатление, что вас убить хотят. Священники. Особенно, кто связан с миссионерскими отделами. Это как, ну нападают и нападают зря. А он все равно хорошо к нам относится. У нас сейчас 15 мая будет день деревни, и батюшка его пригласил, ходил в епархию. Может, даже он будет. Да помоги Богу. Вот интересно, тогда первый раз к нам приехал сюда, вот здесь мы находимся, секретарь. Так, тихо. Глитерия, хватит! Вы никого не... Иди отсюда! Это на весь мир слышно будет вас. Это все, может, положила и пошла молча. Да я ничего не говорила. Все, все, еще эти слова будут слышать, и эти. Еще и эти. Я попутно отвлеклась. У нас мальчишку привезли, хулиган просто маленький-то. Ну и он начал там, еще-то плохо сказал. Девочка говорит одна в лагере. Жаловаться нельзя, иди скажи старшему воспитателю. Еще буду говорить-то. Ты молчи, а то я тебе вот сейчас брякну палкой-то по голове. Хулиган. Она говорит, я и про это еще раз скажу. Ну его как зажали. Зажали. Я Виктора позвал, мать сидит здесь. Я говорю, мужа его, поркотерапия. Но нажал я крапивы, завели там, где играет сейчас в этот настольный теннис. Ни одного слова, чтобы меня было слышно. Ну и видите, вот так подмышку я взял, он небольшой. Он орет, клянусь сердцем матери, никогда делать не буду. Вот что только у нас есть, клумба, он по клумбе. Городки играют, бит, он собрал все, в туалет бросил. Хулиганы с хулиганов. Но мы его как пробрали. У нас последнее наказание, это отчисление из лагеря. А предпоследнее на веревочку сажать. То есть воспитателю на руку веревочка, ему. Его нельзя никак одного оставить дома. Как сумасшедший. Она говорит, я третий раз развожусь из-за него. Живу на 7-м этаже, я его в окно выброшу, наверное. Мы его так исправили. В это время я был на операции, делали мне операцию позвоночника. Так она пришла туда поблагодарить меня. Совершенно другой ребенок, говорит, стал. Уезжаю в лагерь, как будто не мой ребенок. За руку держится, мама утром подходит, целует. Я говорю, а ты сколько лет? 7 лет и не могла ничего сделать. Драть надо русского мужика. Как Федор Карамазов говорит. Братьев Карамазовых. И вот вчера насчет этого. Нас хотели как поссорить, Бог делает. Ничего нельзя сделать. И вот когда первый раз тут были, секретарь епархии тогда еще был... Ну да, это Максим еще был, при Максиме. Беляев отец Сергий был. И он, я его завел, когда здесь вот аж. Ну это, говорю, нас алтарь. Он открыл алтарь. Я его не знаю, кто он такой сейчас. Он шагнул и сразу же престол поцеловал. Я владыке говорю, он одним махом меня завоевал. Такое благоговейное отношение в алтаре. Не надо никаких слов, не надо... Просто я увидел его. И с тех пор сохранились вот такие добрые отношения. И вот этот... Ну, такую, как это, телеграмму, или как назвать, по СМС, я думаю, он не написал это, не знал, что вы архиерей. Секретарь епархии вот такие вот без ведома архиерея не рассылают, зная, что кто-то к ним плохо относится. Нет. Так что, сколько труждались эти миссионерские отделы, там, с разной, начиная с Кызыла и кончая там... Томской епархии, они сует труждавшихся. Ничего они не могли сделать. А почему? А мы работаем, благодарим Бога. Работаем и благодарим. Так вот, нынче Пасха особенно интересна. Я развел голубей, половил этих диких, чтобы мои... Они болеют, эти породистые-то, а люди красивые там, которые... Они все болеют. А которые колхозные, Саманька-то, она вообще не болеет. Она каждый день коров доит, так эти голубей я туда напустил, и вчера их выпустил. Они у меня были уже, детей вывели. Ну, говорит,
сколько волка не корми, в лес ходит. Я уж сидел с аппаратурой, сфотографировать, как они вылетят. И как вылетели, как пушкой то ударили, но сразу улетели, больше их нету. Зиму у меня жили, кормил их на отвал, вывели детей здесь, но почувствовали свободу. И нет, я вышел, еще нету. А сейчас гляжу, прилетели назад. Где-то ночевали, видимо. Я когда занимался в уголовном розыске, говорит, собака отменная, беспородная, но взятая с улицы. Если преступник пробежал, говорит, через помойную яму, ты ее не дергай, она забежит, везде все обнюхать, видимо, у нее воспоминания. И тогда дальше бежит. Но ее дергать не надо было. Самое плохое, говорит, теряли время, но ее дергать нельзя. Она кайфует, вся эта помойка, она жила, она вспоминает свою юность, молодость, как шариков-то. Я говорю, жизнь свою спасал-то на помойке-то. Вот сколько мыслей дали вот эти телеграммы, вот эти, которые от Николая и Ольги из Завьялова, это отец и сестра Вити Савченко. А многие поздравления и один телефон не подписали. Я, конечно, все звонили вчера, всем передавали поклон, что любят, что помнят. Так, кто у нас вот это вот ты звонила им? Нет, они звонили. А они звонили? Да. Так, я давал мед, который привозили, дарили, баночки, да. Мне отдать надо. Ты же говорила, вернёте. Я говорила, чтобы вернули. Вернуть. Говорить уже не надо. Мне ехать перед этим, или я закажу, должен рассчитываться, 150, там сколько платить. С чего ради? Я всех предупреждала и на эти технические. Но не предупреждала, сказали вернуть. Так добейся. Неужели, я не знаю, кому ты давала, я писал тогда. А это ни худо, ни бедно, не меньше 20 баночек. Вернули баночки из-под меда на 3 литра, которые давал. Кто-то выращивал, может быть, часть его возили. Штуки 4 пришло, больше не было. Батюшка их не взял бы. Просто необходимо мне рассчитаться пчеловодом. Понятно? По-другому никак нельзя, потому что это тара его, и он с меня просит. Вот сейчас Евангелие, которое бесплатно раздаем, вот сейчас поехали там, они люди-то привозят, и опять требуется дать деньги, 5 тысяч. Сейчас сказал, с меня, у меня пенсия 6200, что ли, с надбавками. Я не, это месячно, я уже давал, и поэтому ну, отказываемся от Евангелия. Попробуем. Валя из Казахстана звонила. Так, Валя из Казахстана, скажи, что если она думает приехать, внука не возить. Нет, она не приедет, потому что со средствами, там дорога очень большая. Я сказал, внука не возить, ему отказано, потому что он уже большой стал, и он совсем неверующий. У него только девчонки перед глазами, он ничего этого не видит. И поэтому нам зачем эта неприятность? Игнатий Тихович, Нина Свеченкова звонила, всех поздравляет с праздником, и она молится о всех, о нас. Это тебе позвонили, вот эти, да? Да, Игорь. Люба Яговитина, всех отблагодари, от меня лично. Позвонила, прям лично, всем привет, да, обязательно. Лена Киняйкина, Нина Свеченкова, Валя из Казахстана, Наташа Приходько звонила. Это она звонила этой, у Нагаевой Марии Яковлевне, вчера, 30-го. Всех люблю, всех поздравляю, всех это. Оля Репина тоже. И Нагаева Мария, да. все это люди, которые от нашего получили, да. Благодарение. Я вот куда ни гляну, везде кто-то что-то сделал, кто-то что-то купил, кто-то надпись сделал, кто-то что-то достал. Смотрю, у голубей решетка, Люба Яговитина, что ты тоже ее работа. Везде одному человеку как один только в бирюка превращаться. А тут куда ни поверни, везде друзья, везде ласка, везде внимание. На вам низкий поклон. Да, спасибо, Христос. Все. Ну что, собираемся, и мы тоже пошли. Завтракать домой. Игнатий Тихович, мы не похристосовались. А? Мы не похристосовались. Ну давай, христосовайся. Благодарю вас за молитву. Ну, спасибо, Христос. Настоящее христосование прям в губы целуется. Нельзя, написано. Боязно. Прилипнешь и не оторвешься. Не, ну не в засос, конечно, потихонечку хотя бы. Засос. У баптиста выйдут во дворе, вот я всем напоминаю, жирная глина, как резиновые сапоги, выходит, шлепает. И вот так вот, как Брежнев. Ну как это? Вот они с этим расцеловались, Карвалана, когда привезли Луиса. Он не оторвешься от него, но любвеобильный был. Как про него фильм показывают, у него там какая-то жена-то была.
она говорит, так ты возьмешь меня, полевая жена-то, женишься. Он говорит, так я же коммунист. А ты как раз спал ты со мной, как коммунист или как кто? Дура ты, говорит. А он спросил, идти, сейчас сегодня бой будет, говорит, поесть. Она говорит, поесть. А когда распорил, она говорит, вот как раз есть-то не надо, она медсестра, есть-то и не надо было. Ох ты, говорит, дура же. Понимаешь? Вот он... все новое, все такое интересное. Хорошо, что Брежнев был, я хочу сказать. Он такой немножко как-то странновато с юмором был. Он любил награды. Вот так, да. Когда говорит, дали ему морской кортик, подарили ему. И видели, он вот так вот кортик поднял. Сереж, глянь. Вот так вот вытянул, потом обратно его кортик там вложил, вот так вот аж подпрыгнул и говорит, дослужился все-таки. Хотел. Я все, пошел, закрывайся. Все, далеко. В субботу. Домой поехал? Домой. Вы прям на автобус с Кириллом же мы приехали. А где Кирилл? Ну они там, Валя, мне Севастьян довозит туда и там пересаживает. А Валя тоже домой едет? Ну да, куда? Так, у них служба еще не кончилась. Кончилась уже. Уже? Да. Батюшка, благословите меня на это. На тайгу. На тайгу, да. На работу. Ребята, живой человек благословляет. Спасибо, вы... Христос. Около тонны намылись. Ну, главное, чтобы к нам сюда. Ты реагируй на каждое слово, на всех, кто передвигается. Не просто уткнулся. Теперь ты делай там, засними подробно. Закрывай, все. Сереж, это тебе. Игнатий Ильич, у вас есть? Я уже взял. Ясно. Это, чтобы можно было просчитать, медленно-медленно всегда. А там же могут... О ком говорят, и всегда глаза скашивают, какая обстановка вокруг меняется. Вот так, чтобы было. Ну что, все, наверное, пойдем. Я буду отключать.